Летом автомобильная пробка на Симферопольском шоссе начиналась практически с центра города. Нередко на выезд из Анапы жители и гости курорта могли потратить больше часа. К этому сезону проблема будет решена. На этой неделе на Симферопольское шоссе зашла строительная спецтехника. Сегодня мы начинаем реализовывать те проекты, которые мы рассматривали в рамках подготовки к курортному сезону. То есть расширяем правую полосу на выезд с Анапы на Чембурку, сделаем ее отдельной полосой и уведем транспортное движение на Чембурку. И делаем кольцевое движение вот здесь на треугольнике на Россиянке. Это даст возможность транспорту двигаться намного быстрее. В курортный сезон приезжают тысячи машин. Уже сегодня тут есть проблемы. Я думаю, что тем самым мы улучшим транспортную развязку. На строительной схеме подробно видно, что уже не одна, а две полосы начинаются от улицы Северной. Это один из самых проблемных городских перекрестков. Именно здесь возникают пробки. Протяженность дороги составит 2 километра 177 метров. В результате Симферопольское шоссе станет четырехполосным. Сейчас идет выемка грунта для создания поворотной полосы на станицу Гастагаевская. Работают дорожно-строительные механизмы. Экскаватор, экскаватор-погрузчик, катки, самосвалы, автогрейдер. Вот, выполняем работу по уширению, то есть порядка 5-8 единиц. А самый пик, когда уже будет укладка производиться асфальта, с тротуарами будем заниматься, ну, единиц, наверное, 20. Кроме этого, немного изменится и сама схема движения. Трасса, которая идет в сторону аэропорта, будет проходить не прямо мимо поста ДПС, а по кругу, вокруг въездной группы. Такая схема позволит не только освободить въезд в город, но и отказаться от светофора, на который жалуются все автолюбители. Сейчас этот вопрос на согласовании. Все работы планируется завершить к концу мая. Руслан Душевский, Анапа, регион.